градус. Сегодня я нахожусь на прогулке в районе Алкалы, Эль-Варадеро. Здесь есть пешеходная дорога, но еще не до конца достроена. И я прибыла на вечернюю прогулку по ней. Тут такой ветер, я уже была несколько раз на этой тропе, но такого ветра еще сильного не было и волн. Посмотрите, какой цвет воды обалденный. Я не хотела особо снимать длинное видео, просто насладиться вечерней прогулкой планировала. Но посмотрите, какой цвет воды. Сейчас, конечно, пена образовалась, но когда она сейчас чуть-чуть идет, такой прям потрясный синий смешивается с бирюзовым. Сейчас Алимы нет, по-моему. Пройдете вместе со мной эти красивые виды. Я не выбиралась, решила заснять для истории, тоже для себя. Но я иду, просто наслаждаюсь. Стараюсь по возможности в интересных местах гулять по вечерам. А ну на выходных и днем. Еще будет дорожка какая-то, но она еще не завершена. Этот камино еще не завершен. Там дом такой у кого-то будет, лакшери одиночный. Гляньте, какой цвет воды. Не знаю, насколько камера передаст его, но он обалденный. Мне нравится Атлантический океан за то, что он такой синий часто бывает, а не, ну, не такой как индийский. Ну, я вообще не была, не видела вживую никогда, но то, что видео снимала, там другой цвет воды. Атлантику больше такой синий. Ну, сейчас тут такой с бирюзой. Потому что тут есть отмели из-за вот этой породы вулканической. И, ну, вот такой цвет дает. Ребята и со мной вместе зашли на камину. Они на каждом повороте, не знаю, на каждых 10 метрах останавливаются, делают фото, короткие видео, похоже, тоже. И я вот там засниму, смотрите, какая красота. Я уже, если честно, замерзла тут. Не ожидала, что сегодня так будет холодно здесь. Впервые здесь так холодно. Ну, оно не холодно, а просто ветер ледяной. На Тенерифе ж зима началась, как я вам уже говорила, поэтому вот там волны какие, посмотрите. Закаляться. Там вот видно горы открываются. И да, кстати, что я все время шла со стороны Алкалы, сегодня я зашла с Варадеро. Варадеро — это что там, док, по-моему, переводится. Варадеро, так звучит, Варадеро. Или Варадеро. У меня канарский акцент, мне сказали мои друзья из Тенерифе, вот это, которых я встретила в Адском ущелье, они мне сказали, что у меня канарский акцент. Еще у меня есть коллеги, которые испанцы, которые сказали тоже, что у меня есть канарский акцент. Ну, все так, все верно. Я же живу на Тенерифе, обучаюсь в местной школе языковой, общаюсь в основном, ну да, в основном на испанском, с канарцами, с местными испанцами. Поэтому все так. Все так. Смотрите, какая красота. Какая вам. Что ударило? Такой красивый путь. Мне нравится. Впервые тут так холодно. Холодный ветер, я имею в виду. В целом то не холодно, а футболки. Просто не хочется кофту одевать. Хочется футболочки, сами понимаете. Да никого в свитере нет. Всем тоже как хочется, я имею в виду. Знаете, какие волны идут. Тут порода такая твердая. Тут можно разбиться. Волна может тебя разбить. Тут люди любят бегать, потому что эта тропа такая по расстоянию, не знаю сколько тут, я думаю, километра 3 она длится, эта тропа.
И это ее еще до конца не оборудовали. Там написано на входе с другой стороны, что еще запрещен проход. Она на работы, короче, ведутся. Строительные. Ну, мне этого достаточно. Даже вот в этом виде она идеальна. С Германии, с Дании, Голландии, Германии, Австрии. Здесь на тропе встречала, они меня там что-то просили, ну, с ними разговаривали, в общем, они знали английский язык и там шли какое-то время, разговаривали. То есть тут разные люди встречаются на этой тропе. Почему бы мне не пройти здесь? Я в этих кедах скейтбордовских сижу. Сейчас это запустимся. Может, и не надо. Досточки, но тут волка почти. Сейчас давайте сюда зайдем. Никого нету. Вроде как не вижу никого, по крайней мере. Тут вулканический песок, посмотрите, какой. Такой черный-черный, и он очень теплый. Я даже через тапки сейчас чувствую, что он теплый. Океан на вас и на меня в эту сторону, когда снимаешь сторону вот это вот Гомера острова, то как бы во время заката не очень удачно, солнце все слепит. Я нахожусь сейчас. По-моему, вечером здесь все слепится. Вот там все такое беленькое, это побережье. Но мне вот это западное побережье нравится тоже, в отличие от восточного, там то аэропорт. И там ветер сильнее намного. Здесь иногда бывает вот такой ветер. Видите, вода прям, я не знаю, видно ли на видео. Вода вот так, вот таким, даже не скажу, как моросью такой летит от волны. Видно, как туман вроде пенится. Ну, мощно. В общем, пойдемте дальше. Лазить. А наш камин возвращается. Без цемента работают строители, без цемента складывают из разных размеров камней и стен. Красота, туда видно горы, сейчас камина нет, и сразу чувствуется свежесть в земле.
здесь вулканус. Все, вот такой вот коротенький экскурс сделала, чтобы сильно не надоедать вам коротенькое видео. И пойду дальше наслаждаться закатом и океаном. Всех люблю, ценю, уважаю. Подписывайтесь на канал, кто забыл подписаться. Пишите мне комментарии для обратной связи. Всем хорошего вечера. Ну и до новых встреч. Hasta la próxima vez.